Minister. Thank you for coming. It's a pleasure to meet you. I hope you're comfortable. Yes, definitely. Very nice weather, sir. Уважаемый господин министр, дорогие коллеги, рад вас приветствовать и хочу выразить признательность за то, что вы приняли наше приглашение и приехали в Сочи для участия в первой министерской конференции форума партнерства «Россия-Африка». Конференции проводятся по решению прошлогоднего саммита российско-африканского, который состоялся в Санкт-Петербурге, и вы принимали участие в нем в качестве главы бенинской делегации. Мы это тоже отмечаем с признательностью. Сегодня хорошая возможность обсудить состояние наших двусторонних дел. Там многое делается, много планов взаимовыгодных. Поговорим об этом. Ну и, разумеется, обсудим ситуацию в регионе, международные вопросы. Рад вас видеть. Добро пожаловать. Господин министр, ваше превосходительство, для меня большое удовольствие находиться здесь, в Сочи. C'est tout à fait normal. И абсолютно нормально, что друзья присутствуют на этой конференции. Мы друзья, кстати, уже давно. И я бы хотел поблагодарить вас от своего имени, от имени своего нашего правительства. Благодарю вас и президента Владимира Путина за тот интерес, который вы проявляете к африканскому континенту. История отношений между Россией и Африкой начиналась не сегодня, много лет. И, как вы сказали, сегодня мы стоим перед лицом различных вызовов, сложностей, которые нам нужно преодолевать, и думаю, что вместе мы сможем их преодолеть, привнесем стабильность в миру, и я знаю, что все это вопросы, которые волнуют наши две страны, наши два народа. Я вас благодарю за тот прием, который оказан мне и моей делегации. Я надеюсь, что сегодняшние переговоры будут плодотворны, и это будет послужить на благо наших двух народов. Спасибо.